Всем привет. Немножечко поигрываю все равно в Hyperfront, не отпускает игра. Мне нравится там графика, то есть, и даже при условии, что разница в пинге, ну, большая достаточно, ничего такого, как бы, пока дискомфорта я не вижу. Опять же повторю, что именно для этой игры VPN, именно чтобы подключиться и поиграть, не надо. Нужен только VPN для того, чтобы скачать, ну, зарегистрировать аккаунт в Гугле, там с использованием, к примеру, VPN, чтобы там у вас показывался Сингапур, ну и дальше у вас эта игра будет, и вы сможете ее скачать, а играть, еще раз повторюсь, можно без VPN. Я вам недавно показывал видео, где был аналог совы из Валоранта, там у нас барышня тоже обладает суперспособностями стрелять из лука. Прикол в том, что тут реализовано, мне понравилось, что есть отскок от лука, вот у нее какие способности, то есть она стреляет стрелой, которая находит противника, вторая у нее стрела типа коктейля Молотова, то есть падает и все как бы загорается в этой области, противник получает урон, ну, ничего такого как бы особенного, ну и третья у нее типа ульта, это она получается стреляет и через всю карту пробивает и наносит урон. То есть, получается, можно кинуть стрелу, как это делалось там в Валоранте, и потом, получается, жахнуть ультой по тому месту и убить своих оппонентов. А в этот раз я хотел вам показать аналог, получается, как по мне, Омена, ну, помимо только какой-то одной первой способности, которая не похожа. То есть это героиня с позывным Blink, и в данном случае у нее первая ее способность базовая, это она выпускает куб цифровой, получается, энергии, и враги, получается, слепнут. То есть она ограничивает им обзор, этот куб можно сломать, получается, просто стрельнув в него. В отличие от Омена, который кидает два смока и таким образом ограничивает. Ну, то есть ты там ничего не видишь, такой смок. И был прикол, что да, можно в смок телепортнуться, потом из него выйти. Ну, мне кажется, что в этом, наверное, Омен поинтереснее, потому что смок лучше, он такой какой-то Омен сам по себе скрытный. Ну, а здесь, получается, решили добавить именно ослепление противника. Не знаю, может, не получилось реализовать или не хотели до конца повторяться. Не знаю. Мне, правда, тоже интересно, когда Valorant обещает нам мобильных устройствах выйдет, будет ли у Омена вот такой вот смог, как он есть на ПК-версии. Посмотрим. Может, реально его тяжело реализовать и, допустим, смока опять у Омена не будет, он будет что-нибудь делать, чтобы ослепить своих врагов. Второе, получается, у этой девушки базовое умение — это телепортация. Тут они как бы схожи с Оменом. Получается, она может телепортнуться. Ну, телепортация на небольшое расстояние. То есть, ну, так скажем, прыжок в пространство и время, то есть какой-то такой. То есть на небольшое расстояние она телепортируется. Как бы особо я поиграл, не нашел интересных моментов, где прям вот можно как-то телепортнуться, потому что реально у Омена был смог, можно было как-то с этим играть. Ну а тут только ослепить врага и как-то телепортнуться там в какую-то точку. Особого каких-то таких моментов для этого не было. Единственное, что можно на небольшую, получается, высоту телепортнуться где-нибудь на ящик. И да, порой как бы можно занять неожиданную точку. Но опять же, пока это не всегда необходимо. Ну и ульта — это вот телепорт, получается, в любую точку карты, то есть опять же, как у Омена, вы телепортируетесь на А, на Б, за спину своему врагу, и получается, выходите с позиции, с которой вас не ожидали. Вот такой у нас есть герой, с какими-то, да, своими тут первыми базовыми способностями, ну, со своей разницей между Blink и Оменом. Не знаю, честно говоря, мне кажется, что все-таки
Smoke Omen'а лучше, чем вот этот ослепляющий куб, который она кидает. Ну, посмотрим. Пока именно с точки зрения практики, там практически в эту игру все больше играют как в шутер. И особо использование умений, особенно для таких вот игроков, там пока не сильно, ну не в том, что приветствуется, а не сильно необходимо. Там достаточно стрелять, может быть, реально кидать разведстрелу, да кидать какие-нибудь боевые гранаты, которые есть у отдельных героев. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать по поводу этого всего. На этом у меня все. Всем пока. Играйте честно.